Всем привет, и мы вернулись в наш бункер. А, ну, play нажимаем. Так, ну что, ребят, давненько я не заходила, я уже даже не помню, на чем мы с вами остановились. Ага, мы остановились на 27-м цикле. С тех пор, насколько я знаю, вышло очень много обновлений. Правда, я особо не вчитывалась, но там, по-моему, эти обновления созданы... Так, кто у нас кто? Ты у нас прогуливаешься, ну окей. Так вот, эти обновления касаются вашего нового мира. Поэтому, если будете создавать новый мир, у вас там могут появиться какие-то плюшки. Давайте посмотрим, что у нас может что-то новое. Чуть было такое. Что у нас тут? Танцпол, игровой автомат, велотренажер. А у нас, по-моему, это все было. Вот беговая дорожка. Слушайте, а игровой этот самый мы ставили? Нет? Давайте поставим. Почему наших... Дорогих товарищей, нет игрового автомата. Так, производство. По-моему, все тоже. Аквариум. Это у нас то же самое. Мусорное хранилище. То же самое. Стол, кухня, медблок. Так, я так понимаю, что пока ничего нового у нас нет. Ну и хорошо. Зато сколько у нас стариков ходит. Так, тут детишки у нас. Угу, еще растут. Что вы тут делаете? Идите! Какие-то не слишком забавные. Так, смотрите-ка, я, насколько помню, мы уже открыли последний этаж, правильно? Я думаю, что самое время у нас сейчас заняться следующей добычей, потому что, как вы видите, у нас руды совсем мало. Так, здесь у нас нечего удалять. Так, давайте пошлем наших инженеров. Ага, тут нечего разрушать. Давайте-ка вот так сделаем. Тут тоже нечего разрушать. Ладно. Так, а ну идем сюда. Сюда. И. Вот я думаю, что пока будет вот отлично. Так, тут что, дырка? Тут же нет дырки, чего ты не можешь здесь ставить? Так, все. Ну, давайте разрушаем эту часть, потому что нам нужно поставить с вами еще парочку бурильных машин. Слушайте, получается, это все? Это конец нашего мира. Так, ну что? Что там у нас, по-моему, что-то произошло, да? О, достигли преклонного возраста. Так, что у нас, игровой автомат работает? Ага. Можете отправить поиграть? Давайте его отправим спортом позаниматься. Иди занимайся. Ты что там делаешь? А я думала, что А, он просто занимается спортом. Ты не хочешь? Спортом Какая ты забавная, мадам. Так, что у нас там с ребятишками? Пока еще маленькие. Новые у нас еще не родились, да? Ну, еще немножко осталось. Окей. Так. И заодно, я думаю, ну я не знаю, есть ли смысл чистить эту часть. У нас не так много жителей. Ага, эти работают. Прекрасненько. Я думаю, что мы сразу же с вами постараемся очистить вот эту область. О, гадости повылазили, да? А, нет, у нас просто, походу, кто-то постарел. Гадости повылазили. Так, это мы... Все убираем. Это тоже уберем. И надо будет с этим... А, тут у нас кислорода ж мало. Помню. Нам нужно будет сразу построить и помпу. Надо будет вспоминать, ребят. А то действительно... Что у нас? Кротачелы. Кротачелы вылезли. Ничего страшного. Сейчас разберемся с ними. Да, конечно, первый этаж мне наш не очень нравится. Да, он такой у нас уютненький, но... Как-то вот... Ты у нас как там? Мисс Амрос. Мисс Амрос. Ну, детишки, вы вырастать не собираетесь вообще? Я вот думаю, может нам давайте поставим новый инкубатор? Причем рядом с вот этим. То у нас как-то с вами дети медленно растут. А нам нужны рабочие руки. Так, что нам надо? Помпа — это не то. Хранение. Живая зона, медблок. Так, производство детей, да? Производство детей. Ага, вот как он ставится. Окей. Я думаю, что там как раз он здесь... Что у нас произошло? Повзрослел еще один бездельник. И кто-то успел умереть. Окей. Так, дорогой бездельник. Давай-ка ты у нас пойдешь фермером работать. Хранение еды. Понятное дело, что портится. Место отдыха жителя. Понятно. Постройте диван. У нас нет еще диванов. Что у нас там? А, кто-то умер.
Я, наверное, так это пассивно говорю, а, ребята, ну там кто-то умер, ну типа. О. Ты кто вообще такой? Ты чем занимаешься? А, ты у нас без профессии. Точно, у нас же повырастали бездельники, как нам сказали. Давайте раз. Ой, нет, вот так. Так, так, давайте вот так сделаем. И давайте-ка здесь мы с вами построим диван. А то мы действительно, я-то думала, что мы уже строили зону отдыха. Давайте вот здесь, они у нас типа здесь будут сидеть и общаться. Возле грядки как раз. Так, причем он немного стоит. Что у нас там произошло? Еще дети выросли. А, у нас порождались. О, посмотрите, сколько много. Так, я думаю, что нам нужно еще новых детей сделать. А, так, запланированные профессии. Сколько у нас? 550, 560. Ну, давайте по стандарту делать. Спорт. Зона отдыха, велотренажер. Да у нас есть велотренажер. Жилая зона, медблок, ученый. Есть у нас это все. Так, исследование строений. Ну, понятное дело, ребят, мы уже все открыли. Мы прошли... Сколько мы уже? Это, по-моему, 4-я серия. Мы станем отличным хранителем. Спасибо. Так, начинаем делать детей. Делаем. Я буду так их немножко в разброс делать. Просто потому что, ну... Нам разные же ребята нужны. Так, так, так. Делаем. Отлично. Слушайте, у нас же там первый этаж простаивает. Сейчас давайте здесь детей назначим. Обязательно, я думаю, ученые вот так. Сделаем раз, два, три. Оп, оп, оп. Оп, я сказала. Все, чудненько. Так, смотрите-ка, у нас же здесь они вырыли целую зону. И теперь я думаю, что нам нужно очистить вот здесь. Да, у нас кислород, ой, как падает. Давайте вот это все почистим. Зальем бетоном. Давайте посмотрим, что мы на этом этаже ставили, чтобы он был жилым. Мы поставили, значит, большой реактор. Мы поставили помпу и очиститель воздуха. Так, друзья, давайте быстренько. В темпе вальса. Ставим, ставим. Значит, молодой человек, вы уже совсем не молодой. А, это еще не молодой. Что у нас там произошло? Потеряла ухо во время стрижки? Слушайте, я такого еще, наверное, не видела. Получила ожоги. Ой, ребята, мне становится страшно за наших жителей. А, нельзя назначать, понятненько. Так, давайте-ка у нас будет один уборщик, один повар и один работник. Нет, повар у нас так есть. Так, теперь нам надо это все бетоном залить. Бетон. Бетон. Давайте-ка площадку целую сделаем, а то у нас вечно... Какая-то полная лажа. Не площадка, непонятно что. Так. Еще. Еще площадочку. Чего ты так долго убираешь? О. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Это мы тоже должны... А, вы это уберете? Давайте-ка поставим пол бетонный. Ну, все. Ставим. Так, и теперь смотрим. На паузе давайте посмотрим, потому что знаю я особенности наших дорогих хранителей. Так, что еще раз нам нужно? Большой реактор, помпа, очиститель воздуха. Так, 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 так. Большой реактор. 500. Так, не, ребят, помпа сколько? 250. Ну, давайте с большого реактора. Большого. Так, иди сюда. Ставим. Ставим. Говорю, ставим. А, помпа. И очиститель воздуха, да? Большой очиститель давайте поставим. И нам нужна будет помпа. Но на помпу у нас пока просто не хватает ресурсов. Так. Давайте-ка так сделаем. И нам, получается, нужно еще сюда прорыть. С чем у нас беда? Некоторые объекты... Объедки. Понятно. Так, давайте очистим такую зону. Как раз будет подход к последней нашей дыре.
Господи, это наше последнее место для добывания ресурсов. И все. И потом будет полная лажа. Так. Давайте-ка посмотрим наверху, как у нас еще эти работают, ребятки. Кто-то что-то сломал? Эмбрион под угрозой? Включены. Так, стоп. Кто у нас под угрозой? Тут все нормально. Тут что ли? Нет, тут все подключено. А тут? И тут? Странно. Ладно, давайте вы мне покажете, где. А. Подождите. Можно посмотреть, где? Ну так, а в чем здесь проблема? Вроде все есть. Так. Сразилась вирусом бешенства? Ничего себе. Тут и такое есть? Никогда бы не подумала. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас наши ребята могут сделать. Здоровье. Кто у нас заразился? Давайте посмотрим. Заразилась. Где у нас? А, вот, смотрите, ребята, ее лечат. Ого. Круто. Круто, я вам скажу. Так. Что вы тут чините? У нас почти накопилось. Что у нас там? Установка исчерпаны. Эх. Так, ребят, я думаю, что нам нужна еще одна медустановка. Потому что, как вы видите, у нас тут ребятки ранятся, бьются, еще что-то делают. Я предлагаю ее, наверное, перенести вот на этот этаж. Но для того, чтобы ее перенести, нам нужно бы хотя бы это все почистить. Ах, так, пол давайте еще здесь бетон, чтобы у нас было красиво. Здесь давайте сделаем... Блин, ну тут не камильфо, я бы всерьез занялась этим этажом. Давайте попробуем поставить где-нибудь жилая, фермерство, производство. Где у нас жилой, да? Медблок. Как бы тебя поставить, уважаемый медблок? Точнее, даже не как, а куда? Давайте-ка, знаете, что сделаем? Наверное, будем вот здесь разрушать вот эту зону. Надо нам, наверное, весь первый этаж сделать вот реально таким жилым. Вот тут, я думаю, мы сейчас сделаем парочку медблоков. Так, что у нас произошло? Повзрослела бездельница. Надеюсь, ты, бездельница, можешь управлять? Так. И вот так. Отлично. Что-то у вас настроение. А, удовлетворенность жизни. Хорошо. Так, что мы тут сделали? 286. Чудненько. Давайте быстренько поставим. Стоп. Чего нам не хватает? Очиститель воздуха большого... Подождите, а это не очиститель воздуха я поставила? Большой очиститель воздуха. Вот, теперь нам вода нужна. Так, помпа. Нет, не водяной щиток. Мне именно помпа нужна. Вот. Все. Чудесно. Ставьте ее быстренько. Мадам. Это некрасиво было. Это был мусор. Слушайте, а почему у нас никто его не ставит? Ох. У нас уже исчерпались вот запасы, как я и думала. И нам тогда нужно поставить парочку установок. Сколько вы у нас строите? Строите. Стойте! Соточку. Ну, не хватает нам пока. Так, мелкие родились, да? Ну, давайте-ка сделаем парочку еще ученых. Потому что, вы видите, у нас больные. Попадаются такие. Значит, давайте оп. Ты зачем нам... Что, хранитель... Голодают? Ой, друзья... Думаю, мы сейчас, кстати, с вами займемся перераспределением наших обязанностей у наших друзей. Сколько у нас поваров? Один. Один повар на такую огромную кучу людей, да? Это неправильно, на мой взгляд. Ой, сколько у нас детей. Надо бы нам еще парочку поваров сделать. Слушайте, а у нас вообще никто не обучен поварству? И причем Моника у нас скоро того уже. Давайте много поваров сделаем. Так, по классике пойдем. Надеюсь, они успеют родиться. Так, друзья. Ой. Стоп. Ага, один. Как-то они странно распределились. Что у нас тут такое сломалось? Так, понятно. Слушайте, а куда у нас одна мадам делась? А, вы у нас в туалет и ванные пошли. Слушайте, ребята, они начали действительно использовать то, что я построила.
Это душевая, давайте... Чё вы там? А, умер. Умер вредный Григорий... Кто? Хосе. Григорий Хосе. Так, стоп. Я вам сейчас и душ, и туалет сделаю, только... Слушайте, а куда они все отправились? А, они у нас тут убирают, точно. Точничок, слушайте, у нас 30-й цикл пошел, я только сейчас-то поняла. Так, тихонько. У нас умер вредный, шмедный. Так, давайте стройте. И я бы хотела как раз сейчас поставить еще одну установку. Хотя бы одну. Быстренько. Быренько! То как-то мы тут... У нас еще один этаж простаивает. Это неправильно. Пошел ты знаешь куда? Он что, обиделся? Так, некоторые жители хотят помыться. Жители, я вас понимаю. Жители голодают? А почему? Ребят, почему жители голодают? У нас, наверное, потому что только один персонажами занимается. Слушайте, раньше было как-то проще. Сейчас сложнее стало играть, по-моему, нет? Или я просто давно сама не играла? Так. Слушайте, а они строить собираются вообще? Я бы хотела, чтобы они достроили то, что начали строить. Я понимаю, что кислорода мало. Почему-то они не хотят его строить. А, все? Все, чуть-чуть. Сейчас будем подключать. Ах, такс. Есть. Давайте включим даже. Пусть они сразу ставят. И водную давайте подключим. Сюда, что ли? Так. Да? Я, правда, не уверена, правильно я сделала. Ну. Понятно, то есть только я хотела здесь подключить все. Слушайте, а сколько у нас вообще таких работников? Ну, немало я бы вам хотела сказать. Так. Нет, подожди, давай ты у нас тоже будешь сюда. Сюда пойдешь. Кто-то вырос даже. Что такое? Жители голодают. Понимаю, что голодают. Сейчас разберемся. Не очкуйте. Кушать они хотят. Хотят помыться и покушать. Хорошо, не переживайте. Сейчас мы сделаем, наверное, здесь... Знаете, наверное, нам сделать надо отдельно душевые. Так, кто у нас там вырос? Ты у нас знаешь, дорогой мой, пойдешь в ученые. О, еще кто-то вырос. Давайте посмотрим. Ага, еще один пусть будет повар. И вот так. Ой-ой-ой. Так, помедленнее, пожалуйста. Так, из норы новые. Ага. Так, слушайте, а уборщики-то у нас есть? Один. Так, еще один пойдет в уборщики. Так. Окей. Что у нас тут? Почему ты бездействуешь? Нет свободного места для мусора. Господи, ребята, я начинаю переживать и нервничать. У нас 30-й цикл заканчивается. Мусорный контейнер. Давайте мы вас куда-то поставим, уважаемый мусорный контейнер. А-а-а. У нас тут слишком как-то грязно. Вы не находите? Где у нас тут перед у этого мусорного контейнера? Так, стоп. Давайте смотреть. Сколько у нас? Один уборщик? Нет. У нас уборщиков... Две штуки. Мне кажется, это маловато. Сколько у нас ученых? У нас, по-моему, слишком много ученых. Лучше поменьше ученых. Сколько у нас ребяток-инженеров? Да инженеров тоже многовато, но пусть будут. Фермеры у нас вообще хоть парочка фермеров есть? Не, маловато. Нам бы в идеале с вами делать... Так, подождите, а у нас, получается, никто не занимается в этом центре, да? А нет, занимаются. Так, надо нам сделать больше туалетов и душ. Душевых. Все у нас здесь... А почему ты не работаешь? В чем проблема? К электричеству, да? Почему ты не подключен к электричеству? Я же вроде проложила электрический кабель. Ну? Давай вот так тебя соединим. Я же не знаю, как тебя соединять. Это же у нас электрический кабель, да? Да, странно. Что это за красные штучки? Подождите-ка. А, смотрите, у нас тут повылазило этих стратосфер. Тут у нас никого. Один. А почему они все наверх поднялись?
Меня это начинает пугать. Ладно, ребята, давайте-ка начнем с вами строить быстренько. Значит, нам нужен еще один, еще одна кухня, как минимум. Нам нужен исследовательский центр. Нам нужен душ, туалет. Нет, подождите-ка. Кухня. Давайте построим вот так. А почему мы не можем? Материалов недостаточно, блин. Что ж так? Чего у нас так грязно, слушайте? Это какой-то просто полнейший трэш. Вот так давайте сделаем. Пусть у нас будет побольше уборщиков. Уборщики вообще что-то убирают? Повзрослел. Так, ребят. Я все понимаю, что вы повзрослели, но вы хоть что-то делать будете? Так, вот так давайте сделаем. С чем у нас некоторые нехватки? Я понимаю. Слушайте, а что у них тут происходит такое? Родился новый житель. Где вы родились? Так, давайте-ка больше уборщиков. А я-то думала, что они не столь важны, но я понимаю, что здесь, в принципе, каждый персонаж важен. 31 цикл. Чё-то я переживаю за наш 31 цикл. Так. Ну, я понимаю, что больше жителей, больше проблем. Слушайте, а почему у нас ничего не добывается-то? У нас стал, да? Строительный материал. Почему он настал? Почему здесь они вылазят? Слушайте, а как заделать? Что с ними делать? Они же сейчас тут всех поубивают. Почему они здесь просто так гуляют? Слушайте, я что-то... Наверное, я что-то не понимаю. А, жители голодают. Почему вообще здесь? От нас ушла. Слушайте, я же вас вроде покормила, вроде же достаточно еды. В чем проблема? Давайте-ка назначим еще парочку едоков. Блин. О, господи. Так, где ты у нас, уважаемый? Чем ты занимаешься, не могу понять. Низкий уровень кислорода. А почему у нас здесь низкий уровень? Ты у нас на первом низкий уровень? Слушайте, а что же у нас случилось? Так. Почему у нас стало мало кислорода? Наверное, потому что много народу стало, да? 25, слава богу. А большой 50. Вот так, строим. Так, понятно. Я уже начинаю 100-177. Ага. У нас тут хоть... У нас что, кто-то умер? Подождите, это что, могилки, что ли? Мусор. Я понимаю, что это мусор. И что, ты сможешь починить то, что я хотела починить? Ты сможешь? Почему я не могу понять, не подключается? О! Это уже хорошо. А почему наш не работает? Так, 50. О, все, друзья. Фух, хоть что-то мы с вами смогли починить. Так, 10%. Слушайте, у нас тут совсем кислород падает. Почему у нас такой... Слушайте, товарищи. Это уже даже как-то не смешно становится. Почему у нас с кислородом такие проблемы? Так. Ну, я понимаю, что у нас ребят очень много. Так, 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 так. Слушайте, ну идите, что-нибудь делайте. Почему никто не может построить, я не могу понять. В чем ваша беда? Нет, чтобы сейчас построить этот очиститель. И все, и будет ништяк. А то они же все что-то делают, но... Что делают, что не делают. Куда делись все наши работники? О, боже, боже. Так, вот ты что делаешь? Вот ты мне скажи. Куда ты собираешься? Хочет в туалет. Я понимаю, что ты хочешь в туалет. Голодают. Чего вы голодаете, если у нас, в принципе, есть еда и вообще продукты? О, боже. Так, я предлагаю, нам нужно опять заняться... У нас пошли быстрее ресурсы. Я думаю, что нам нужно построить еще один душ-туалет, потому что им сейчас тут совсем будет плохо. Так, стоп, а где у нас... Ага, душ раз, душ два,
Душ 3. Душ 4. Туалет. Раз. Ага. Понятно. Мы их сейчас как раз можем подключить быстренько. О, кто-то родился. Построили, ну наконец. А почему ничего не происходит? С кислородом. Опять новую нору. Слушайте, мне кажется, что тут действительно фишка в том, что нужно как можно скорее заделывать эти норы. Реально застраивать. Так, друзья. Так я и предлагаю этим заняться, наверное. Надо бы посмотреть, на каком уровне они вылезли. Тут уродов этих нет. Тут они почему-то все ребята вот здесь находятся. Так. Что же нам делать с кислородом, я не могу понять. Почему у нас такая с ним беда? Вроде же у нас и ферма есть, и растения. Так, очиститель. Ну давайте еще один очиститель поставим. Вот здесь, например. Эти голодают. Это вообще не хотят подключать. У них что, у всех тут проблемы с кишечником, с еще с чем-то, с головой проблемы. Так, давайте строить коммуникации. Вот так, вот так, оп. Оп. Так, есть. И я так понимаю, что нам нужно, наверное, к электричеству, наверное, не надо подключать. Ладно. Слушайте, а что они вообще делают, я не могу понять. Что-то у нас... Ага, кто-то заболел. Так. Что у нас, кстати, с нашими детишками? Что у нас с детьми? Хоть кто-нибудь-то подрос? Да. Подросли. Так, ну, я вижу, что ты у нас приболевшая. Давайте сюда. Давайте еще парочку человек вырастим. Так. Уборщики, я вижу, что нам очень нужны. О, нет. Так, и так, давайте. Не будем в таком большом количестве их плодить. Потому что... А почему у нас... А, мы еще не проложили путь, да? Помпа сломалась. Слушайте, а что с кислородом, я не понимаю? Что у нас не так с нашим кислородом? У нас же вроде все добывается. Что у нас забито? Мусорка забита. Все, я поняла, у нас в чем проблема. Нам еще сейчас нужно новую мусорку поставить. Только сначала я хочу коммуникации. Так. И подключить. Вот так. Вот так вот будет отлично, я думаю. Так, что уже не так? Умер? Окей. Я понимаю, что ты умер. Знаете, что надо сделать? Вот так нам надо сделать. Нам нужно больше новой территории. Так, раз у нас мусорка нужна, давайте ставить еще мусорку. Так, как она у нас там ставилась? Угу. Интересно, а мусорки надо? А, назначать не надо. Слушай, а мусор тут никуда не утилизируется? Подождите, у нас же должен быть утилизатор какой-нибудь. Переработчик мусора, точно. Но что, его нет? У нас не хватает этих самых ресурсов, точно. Холодильник. Так, смотрим. С ресурсами у нас, конечно, не так уж много. Тебе нельзя поменять место твое на расположение? Видимо, нет. Чего у нас там? Нет свободного места для мусора. Я понимаю. Мы вот сейчас этим занимаемся. Кого-то мы еще с вами не успели подключить. Кого мы не подключили? А почему? В чем проблема? Подождите, а почему он у нас мигает, если эти просто горят? Почему у нас эти ребята мигают? Что у нас... А, у нас, наверное, нехватка воды, может быть? Я даже не знаю. Вода. А, смотрите, у нас помпа сломалась. Точно. У нас еще кто-то вылез. Почему у нас инженеры не чинят? У меня вот такой вот интересный вопрос. Кто-то умер. Производство. Воду нам может кто-нибудь дать? Водяной щиток. Это у нас что? Помпа? Так, давайте посмотрим, где у нас переработчик мусора. Так, помпу. 250.
Конечно, у нас нехватка. Слушайте, а почему нельзя ее починить? Куда наши инженеры делись? А, господи, еще эти кроты вылазят. Где у нас инженеры? Давайте сделаем инженера нового. Мелисса в возрасте 3 лет умерла? Как-то мне, знаете, страшно стало. Так, давайте сделаем. А, кто-то еще вырос. Пусть еще фермер будет. Сломал ногу, защищая бункер. Слушайте, а куда нас делись все ребята? Почему никто не может ничего починить? Ох, у нас все ломается и ломается. Так, а к кому же эти подключены? К другим помпам, что ли? Почему наши инженеры ничего не делают? Не надо было мясо кушать. Так, слушайте, давайте найдем наших инженеров. Потому что мне уже начинает пригорать. Все, вот ты иди сюда, пожалуйста. Ты не болен, ты здоров, у тебя вроде неплохое настроение. Чего у тебя с настроением? Счастье, я бы не сказала, что ты счастлив. Так. Что у нас на других этажах? Ага, вот эти повылазили, уроды. Тут никого нет. Тут тоже никого нет. И все равно не могу понять, почему никто не поднимается. Уровень кислорода падает, жители начинают чувствовать себя плохо. К летальным. Я понимаю, а в чем беда-то? У нас же есть очиститель воздуха. Так, смотрим. Почему здесь так упал кислород? И вода упала, но это понятно. Исследовать. Мы же вроде все, да, исследовали с вами? Да. Да, да. Странно. Почему никто не чинит здесь ничего? 10%. Слушайте, а может нам его тупо снести сейчас? Давайте снесем. Что же нам делать тут? Что, оно сломалось? Хранилище сломано. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Кто нас может снести? Ты хоть то сносишь, что нужно? А то ты как-то боком к нему стоишь. Так. Подождите, вы не то снесли. Я тебя хотела снести. Помпа ты моя, дорогая. Так, здесь у нас с водой все еще проблемы. Ну, давайте снесем помпу. Чего у нас там происходит? Очиститель сломан. Ну, понятное дело. Это какая-то жесть. Подождите, это что же у нас очиститель? Так. Что-то вы как-то, знаете, так... Они ходят какие-то безучастные, как будто бы. Так, это кто у нас? Помпа. Значит, нам нужно сейчас новую помпу поставить, да? Ставим быстренько. Друзья мои. Помпу и очиститель воздуха. Я вас очень прошу, поставьте их. Большой очиститель воздуха. И мне больше ничего не понадобится. И это вы ставите. О, господи, чудесно. Сейчас мы все подключим, не очкуйте. Сейчас все, стоп. Стоять. Все работает. Все работает. Теоретически, сейчас должны наши туалеты заработать. Заработали. Здесь у нас все заработало, кислород начал расти. Фух. Может, наши ребята придут уже в нормальное расположение. Так, давайте делать детей. Нет, вот так их будем делать. Так. Что тебе не нравится? Голодают. Ничего, сейчас все исправим. Слушайте, эту... Нару можно зарыть как-то? Давайте-ка, знаете, что здесь сделаем? Мы здесь тоже уберем... эту часть. Я думаю, что ребятам должно стать сейчас легче. Они у нас начнут лучше работать. Что у нас там? Эмбрион. Да сейчас все сделаем, не переживайте. Что у нас сломалось? Что сломалось? У нас есть тут какие-нибудь инженеры? Угу. Так давайте сделаем по-умному. Давайте подключим... Так...
Да? С чего у тебя отключилось-то? Ага, вода отключилась. Ну, я так и думала. Что у нас там? Труба засорилась, понятное дело. 35-й цикл, ребята. Давайте посмотрим, кто у нас еще подрос. Пока никого нет, да? Ну, у нас есть 33 человека, которые на что-то способны. Так, они у нас почему-то, эти ребятки, вниз спустились. Давайте вот так сделаем. Так, так, так. Вот так давайте назначим. Сейчас разберемся с водой. Чего вы здесь ходите? Я не могу понять, почему они так странно выполняют свои обязанности. Что у нас ломается постоянно? Почему оно все время действительно ломается, я не могу понять. Беговые дорожки. Гмер, ты же у нас уборщик. Давай ты у нас только на первом этаже будешь. Иди почини. А, ты у нас уборщик. Опять падает кислород. Ё-моё. Мне это совсем не нравится. Я не понимаю, что происходит. Когда я не понимаю, что происходит, мне начинает раздражаться. Я начинаю. Так. Давайте снесем эту помпу. Быстренько. И новую поставим. Значит, нам водная, да, нужна? Просто помпа. Она, по-моему, 250 стоит. Холодильник сломан. Слушайте, а у нас хоть кто-то что-то вообще делает? Или я так понимаю, что у нас никто ничего не делает? Все делают все очень медленно. Гоже бой. Слушайте, у нас одни проблемы. Хм, странно. Что у нас не так? Так, у нас еще повырастали. Так, так. Ясно. Давайте, друзья. Идите, чините. Я не понимаю, почему у нас все сломалось. И куда делись инженеры? Где все инженеры? У нас же дохреновые тучи инженеров. Что они все делают? О, что-то, по-моему, починили, да? Нет? А, вот сейчас демонтируют. Так, у нас продукты на исходе, смотрите-ка. У нас не хватает фермеров, я правильно понимаю? Фермер. Давай ты у нас станешь фермером, и ты станешь фермером. Так, ну что, вы будете чинить? Все, починили. Значит, что нам надо? Подождите, мы помпу, получается, убрали. Значит, нам сейчас нужна помпа. 250. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Давай быстрее, 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 быстрее. Не поняла. А, все. Так, ставим. Я так понимаю, что то ли это какой-то у меня глюк. Что у нас какая-то... Я понимаю, что в холодильнике портится еда. Ну, что я могу сделать? Почему ты сломался? А, нет ни кислорода, ни электроэнергии, да? Неужели начали что-то чинить? Почему? О, боже. Так, у нас тут все заработало. Я бы хотела очиститель воздуха этот убрать. Ну, давайте будем делать методом тыка. Зерно, да? Хранилище зерна. Так, а ты кто такая? Ты повар. Повар, ты что-то делаешь? Или ты ничего не делаешь? Повару, я так понимаю, что нужно отдельное место для поварства? Место для поварства. Так, жилая зона. Кухня тебе нужна. Так. У нас не хватает ресурсов, точно. Слушайте, у нас тупо все ломается. Не могу понять, в чем проблема. Почему как-то оно так все странно работает? Очиститель воздуха, кислород. Так, у нас кислорода не хватает, правильно? Кислорода. Очиститель воздуха. Нам, наверное, лучше большой поставить. У нас не хватает, понятно. И его не хватает. Хотя почему у нас не хватает? Что у нас? Почему у нас с строительным материалом такие проблемы? У нас же вроде ресурсы-то
Стоп. У нас тут все сломалось, друзья. О, боже, и тут, получается, ничего не работает. Значит, нам сейчас срочно нужно направить туда инженеров. Так, давай ты идешь в супные. Кто у нас есть из инженеров? Давайте-ка, и вы идете все на четвертые. Пожалуйста, я вас очень-очень прошу. Вы можете сейчас спуститься сюда? Дорогие инженеры, от вас зависит судьба вашего бункера. А, у нас все голодают, умирают. Так, тут у нас бурилки, уже можно, наверное, их убирать. Тут у нас... Ага, с кротолюдьми никто ничего делать не хочет. Слушайте, а почему инженеры не идут на тот этаж? А, видите, сколько у нас проблем. Чё-то я не уверена, что мы с этим буркером вообще какое-то... Хорошо, давайте, ребята, сделаем... Ну, я не знаю, я по-другому не представляю, как можно сделать. Давайте вот тупо всех назначим инженерами и отправим. Так, нам срочно нужно новых инженеров. Так, так, так. Делаем детей. Нам срочно нужны новые инженеры. Почему-то медики у нас отказались работать. Так, у нас кто-то вырос, да? Отлично, так, давайте-ка в медиков их отправим. Угу, нам некого отправлять. С едой у нас, ребят, тоже запары. Видите, сколько у нас всего осталось? Что у нас здесь? Ни воды, ни электроэнергии. У нас что-то еще сломалось. Знаете, я думаю, что... Скорее всего, если вы хотите, мы, наверное, продолжим выживать. А, смотрите-ка, они... Дети выросли, да? То есть дети у нас смогли вырасти, а инженеры, ну, ни в какую не хотят спускаться. Чтобы починить, да? Вы серьезно? Двери не работают. Ой, друзья, я не знаю, я как-то уже запуталась в игрушке. Я бы, наверное, заново начала строить бункер, чтобы он уже был более логичным. И если вы за, если вы хотите еще посмотреть наши выживалки и хотите новый бункер, то напишите об этом в комментариях. И я думаю, мы начнем выживать заново. Пока что я буду с вами прощаться, потому что у меня уже голова просто квадратная. Так что до новых встреч, до новых роликов, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.